В Магадан идут дожди. На этой неделе в городе пасмурно, а столбик термометра не поднимется выше 13 градусов. Теплее будет в выходные, обещают до 15. Осадки синоптики прогнозируют в среду, четверг и пятницу. Год назад в это же время было на несколько градусов теплее. В некоторые дни недели воздух прогревался до 20 градусов и выше. Предстоящий июль обещает быть менее солнечным, чем прошедший июнь. По данным синоптиков, большую часть месяца горожанам придется видеть Магадан пасмурным и дождливым.